Приветствую вас, и то, о чем бы я хотел поговорить на данный момент, можно назвать так. Мотивы. Мотивы вашей мамы и мотивы вашего мужа. Это, пожалуй, самое главное в данной ситуации, по моему мнению. Если ваша мама преследует мотив и цель вам помочь, то есть она таким образом хочет избавить вас от недостойного, по ее мнению, мужчины, то тогда это означает, что она вас любит и хочет вам всего самого лучшего. Здесь ее нельзя ни в коем случае переубедить, потому что, ну, она как родитель, как мать, хочет, чтобы у вас все было хорошо. И ее представление вам поменять, ну, не удастся, именно в силу того, что она у меня достаточно зрелая женщина, и меняться она не будет. Что касается вашего мужа, то, опять-таки, ваша мама своим поведением принижает достоинство мужчины, покушается и оскорбляет его самолюбие, заставляет чувствовать себя уязвленным, ведь она помогает вам, а он не может все сделать. Соответственно, мужчина – это такой человек, который, ну, в общем-то, как и любой мужчина вообще, является адептом формальной логики. А формальная логика заключается в том, что есть четкие предпосылки, выводы и как следствие результат. Значит, если мужчина не хочет, чтобы вы общались с мамой, то вы ему скажите: дорогой, вот нам, вот прям по пунктам ему напишите, нам не хватает того-то, 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 того-то. Мама помогает это приобрести. Вот ты сможешь все это обеспечить? Ты сможешь обеспечить нас всем необходимым так, чтобы маме я не нуждался? И тогда могу тебя уверить, ты с мамой общаться будешь очень мало. Потому что я, в конце концов, ну, сама буду к ней ездить, сама буду там с ней общаться как-то, ты в это вообще не будешь никак вовлечен. И для мужчины это послужит совершенно нормальным и правильным, логичным с его точки зрения, что самое главное, условием для снижения общения с мамой. У него будет стимул что-то делать, и если он действительно хочет, чтобы вы с мамой общались меньше, то он сделает все от него зависящее. И для него это будет полезно в том плане, что он меньше будет задеваться его гордость и самолюбие. И вам это будет тоже легче, потому что меньше будет конфликтов. Маме не нужно будет что-то вам покупать, чем-то вам помогать и прочее. И вы будете общаться с ней более спокойно именно в силу того, что мужчина будет меньше в этом участвовать. То есть понятно, что вы не можете просто взять и перестать общаться с мамой, но в том, что касается мужчины, вы пойдете ему навстречу. Это справедливо для супруга. Тут нужно понять, что если мужчина не захочет ничего делать, то есть не захочет больше работать, обеспечивать вас как-то еще, то простите, скажете вы, ребенку мне от этого будет хуже, на такое я не согласен. То есть либо терпи, либо работай. Лучше и получай больше, тогда с мамой контактировать мы будем меньше. По сути, это, наверное, единственное решение, которое можно вам именно здесь предложить, потому что, понимаете, и мама ревнует вас к мужу, потому что, ну как так, ее девочка, да, ушла к мужчине, к недостойному мужчине, потому что, ну, очень много матерей считают, что ни один мужчина в мире не достоин ее дочери. И с этим вам ничего не поделать. И мужчина ревнует вас к маме, считает, что вот вы ей уделяете больше внимания, ее уважаете больше, чем
его, он соперничает как бы за ваше внимание перед мамой. Ему нельзя сказать только то, что вам можно исправить эту ситуацию путем диалогов с ним на эту тему, скажем, мама мне только помогает, что я там, допустим, с ней во многом не согласна, тоже не хочу видеть, но она нам помогает. И пока она помогает, я не могу откровенно с ней идти на конфронтацию, потому что от этого будет страдать я и мой ребенок. А я не хочу. То есть вам можно пойти на хитрость и так по-свойски интимно поговорить с мужем, объяснить ему ситуацию и тем самым опять-таки простимулировать его работать для того, чтобы стать более независимым от мамы. По сути дела, можно даже сказать, что квартиру можно свою приобрести, чтобы там, вот, но это уже все зависит от вас. На самом деле, главное понять, что ни маму, ни вашего мужа вам, по сути, не переделать. Но с мужем больше шансов, потому что он все-таки вас любит, он все-таки в силу возраста более восприимчив в каких-то моментах, его можно направить правильно. Как вы его направите, в какую сторону, зависит исключительно от вас, но тем не менее это является единственным путем и шансом для сохранения отношений. Пытаться исправить маму не получится никак, абсолютно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.